Продра, как делишки ешь? Как впали? Что снилось? Что приснилось? Я с собеком, я на черном весь сегодня, вот на таком прикиде. Я собек весь на белом сегодня. Я черный ангел, хранитель, собек белый. Ну и, собственно, мусор вносим, задание наше. Как вам такой бурдушок, пацаны? Если вот так снимать отсюда только половину, то подумаешь, что свинья в натуре. Ну и чтобы хвост не было видно, думаешь, ого, что свинья. Какая-то новая порода. Это, оказывается, собек толстый пиздец. Василь, надо худеть, блядь. Надо худеть. Ай, сирень. Ай, красота. А ну, собесник, понюхай. Понравилось. Пассатики. Смотрите, какая песня. Нормально, не? Такие песни слушать вообще. Молдаване, блядь, поют. Узнаете такие виды, дорогие, а? Полгода, ровно полгода не ездил на этой брючке. Ну, с ноября, наверное. С ноября-то полгода или больше, или меньше. И поменяю ее сегодня на другую. Смотри, какой я охуенный, бля. Как можно забыть про такую машину на полгода, пацаны, и не ездить на нем, а? Если у вас есть такая брючка, и вы хотите о ней забыть, обращайтесь ко мне, я забуду о ней полгода. Короче, все, бля, займусь Лексусом. Смотрите, какая чистая, напидоренная, а? Смотрите, какая брычка, бля. Это бизнес-класс, пацаны, элита. Японские якудзы ездят на таких. Лекс, это японская брычка. Японские якудзы любят такие брычки. Ездят, духарятся, бля. Ну и я. Ух, дорогулькина, вы не представляете. Я еду и кайфую тупо от этой брычки, бля. Давно не катался на ней. Очень давно. С 14 ноября или 13 ноября. Где-то так. Как только купил Audi. А поменяю ее на кабриолет, если все будет окей. Еще одна история конченая в моем стиле. Шо по расходнику, пацанечки? 6,5 литра. Нормально, не? Как считаете лично? По сравнению с Audi, бля, там 15-16 литров. Но она не едет нихуя. Ну как, для это сам по сравнению с этим самым, до того другого, то не едет. Смотрите, пацки, торговля идет полным ходом, бля. Ну вот это реально позор, сука. Я понимаю, что тут проблема куда глубже и так далее. Смотрите, какой шубарь. Как у 50 Cent, он снимал клипы. Window shopper, не-не-не, I think I know what. А ну, ждет сюрприз нас. Здрасте, где вы пропадали столько? Где вы были? Слушайте, у меня есть сосед один уебок. Короче, у него там паркинг, вот там есть. А он паркует свои машины здесь, блин. Занимаем место, ебаный. Ладно, одна, две. А теперь притарабанил и Lexus. Короче, занимает 3 парковочных места во дворе, а у него есть там такой гандон. Научу вас трюк, пацаны, боевой, искусство боевое. Короче, если вы хотите кого-то уебать, но вам стрёмно, то вы подлетайте и говорите, не мало курить, братан, вот так, как будто и там, опа, и притворяйся. Смотрите, все в сборе. Первый пассажир, второй, но его не показывает лицо, он прячет лицо. Третий и четвертый несется. И пятый, да? Пятый? Там же была радиация, что с тобой? Здорово, слушайте, есть возможность поставить ставку на то, я сейчас буду проезжать водохранилище Киевское в Ирпене, а там пост ГАИ, остановят ли меня за номер или нет? Голосуйте, Вышгородское водохранилище. Остановят или не остановят? Да, нет, голосуем. А ну, давайте глянем. А тут вообще нема никого. Ваша ставка не зашла, пацаны. А, ты что? Это мне туда надо на поворот, алло. Паска, слушайте, когда я сдохну, похороните меня тут по-братски. Вот по теми деревьями. Только никому не говори. Ай, какая красота, Паски. Это Робинзон 44. Понимаете? Он в книге рекордов Гиннесса самый серийно выпускаемый вертолет. Робинзон. Да, неужели попросят сделать фотку, пацаны? Смотрите, когда девчата начнут поправлять волосы, втыкают телефон и смотрят на ракурсы, то будьте готовы к тому, что сейчас скажут, слушай, сделаешь мне фоточку? Угадал? Ого! Ужас! Вы моралисты вонючие. Выпил одно пиво, сел за руль. Да, на мой рост и вес это нормально. И это нормальная общепринятая практика во всем мире. В цивилизованных странах даже за бокальчик, за два ничего не, это самое, не бывает. А я вам отойду дальше и скажу так, идите нахуй.
Те, которые пытаются это самое... Те, которые деградируют перед подъездами, хуярят ревы с утра до вечера и будут мне учить, что делать. Это такие жлобы, у которых нет ни мозгов, ни денег, ни будущего. Им важно самоутвердиться за чей-то там косяк. Найти, доебаться и надеяться на то, что есть кто-то хуже них. Нету. Вы уебки. Да. Ох и мать. Ох и мать. Быстренько возьмите да напишите, что так делать нельзя. Да. Я хаваю. Я хаваю в центре Киева. И на мне сейчас такой охуевший худи просто. Смотрите сюда. На спине там такая красота нарисована. Обратите внимание. И тут видно сразу, что, блядь, с элитой имеешь дело. Ёбаный рот. Зайдите на страницу, гляньте. Это мои кенты. Ну, на самом деле, не кенты. На самом деле, они купили рекламу. Очень давно я проебался, не сделал. Показывал им такие виды, короче. Говорил, да-да-да-да-да-да, гонял по ушам. Типа потом, настал тот день. Так тут надо копать глубже, пацаны. Это же наши политики украинские. Вот этот, как его зовут, Лешко. А это Зеленский с Джинкой. И у меня на спине находит тоже Зеленский. Ну вот это так, когда он этот видос снимал. Картошка жареная, яичко пить жареное. Да, ты что, да, нравится мне. Слушайте, вы обратили внимание, что я нормально даю по маленьким трамбую, дай боже, пацаны. Постоянно жру. Вот я сейчас жду заказ с этого самого, а при этом хаваю пиццу. То есть пока жду заказ оттуда, хаваю этот. Только никому не говори. Окей. Слушайте, я хочу такой паршак старый, пацаны. Смотрите на него, какой балдежный. А почему такой дорогой, а? Он тех бабок не стоит. Я готов дать Lexus и доплатить трохи. Порядок. Это самое, смотрите, мне 28 лет, я вот сейчас еду, хуеваю, думаю, неужели так быстро наступила старость, сумбучки, что за дела, бля, я еду, и я уставший, заебанный. Ну, короче, суть в том, что раньше я мог спокойно и с удовольствием ездить ночью, а сейчас я устаю ночью, у меня болят глаза. Видео называется «Человек залетает домой и поет молдавскую песню». Эй, лампа зутен виспетата, кум сбура песте помынт, шиерати детинер, блин, девяца тарарим, лампа зуком центристяза, кинек яма мамам брак. Вот он, бусанчик мой, он хороший мальчик, вы на него гоните, катаете бочку, говорите, что это гребень и так далее. На самом деле он очень хороший мальчик, очень преданный. Пару лишних килограмм на 3-4 есть в нем. Но чем больше, тем лучше.